Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны The Isle of Rima». Насколько мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез, тайн с лором игры. Практически во многих играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. В прошлых сериях тайн мы слышали удивительные звуки, возможно, будущих игровых динозавров в игре. Многие игроки, кстати, не обращают внимания на многие происходящие вещи, но есть люди, которые хотят изучить и изучают внутренний мир The Isle, понять, что происходило в игре, будет происходить. Ведь многие происходящие в игре вещи так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое, да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Ну а в сегодняшней рубрике... Да, знаю, в одном из видео мы слышали и разбирали водных существ, которые, возможно, будут добавлены в игре. Ссылки на эти ролики будут в описании для тех, кто не смотрел, а для тех, кто смотрел, едем дальше. Сегодня мы опять коснемся этой темы немного. Вот на что я наткнулся в WoWDISе ровно 2 года назад. Почему-то тогда я не придал этому значению. Punch Packet скинул 2 звука под названием «Океан». Слушаем. Чьи это крики, что это такое, просто рандом, может быть звуки каких-то гиперов, рандомно добавленных в зоне океана Спира, или все-таки будущий водный динозавр. Кто-то писал в прошлых комментах, что это вообще услышать невозможно в игре. Может, конечно, звуки чем-то различаются, что я слышал у океана, но мне кажется, еще 2 года назад нам дали знать, что возможно водные динозавры будут добавлены. Возможно! Пишите свои догадки в комментариях, буду рад почитать. Обязательно подпишись на канал, поставь палец вверх и прожми колокольчик. Ну, не будь жмотиной. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.